Доброго времени суток. Кота нашли с рулоном скотча на шее, он уже не верил людям. Этого кота обнаружили спасатели из службы Animal Control. Они были шокированы, у кота на шее плотно сидел рулон скотча. Пережив жестокое обращение, бедолага не давался людям. Поймать котика удалось, использовав сеть. А когда несчастное создание доставили в клинику, спасатели ужаснулись, какой страшной оказалась его рана. Врачи сказали, что, судя по состоянию, кот провел со скотчем несколько месяцев. И все это время он не мог нормально пить и есть, так что был еще и истощен, и обезвожен. Спасатели рассказали, что запах от животного исходил такой, будто он уже мертв. Поэтому предстояло несколько операций, длительное лечение. Котику дали имя Валентин. Физическое здоровье бедняги быстро пошло на поправку. А вот душевные раны не удавалось долго исцелить. Валентин всего боялся, поэтому в приюте его поселили в отдельной клетке. Ну а когда животное обрело любящих хозяев, окончательно поправилось и расцвело. Посмотрите, каким стал Валентин. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.